teatro o el teatro pequeño. España, exactamente. España. Nosotros creemos que tenemos que ganar. С нетерпением ожидаем прихода на стадион. Ждем в первую очередь хорошей игры, самоотверженности наших футболистов. Ну, естественно, сборная Испания является фаворитом. Здесь не секрет, что, наверное, нашим игрокам будет очень тяжело. Но и чудеса бывают. И сборная Германии вылетела и проиграла Южной Корее. То есть мы надеемся на лучшее. И Россия вперед! Yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero que va a ganar España 2-1. Y va a meter, Iniesta va a meter un gol seguro y creo que va a meter otro Diego Costa. Pero que va a estar muy, muy competido el partido y se va a decidir en los últimos minutos.